Okay, this is horizontal line. So first, I wanna do. Don't use anything, any equipment. Please try to draw yourself. This is very good training. First, I'm trying to draw horizontal line. What is parallel of my end of my list? Yes. Try to draw it yourself without anything to help. Yes, anything to help. And little bit stronger push for me, Хан, чуть-чуть для меня посильнее нажми, ладно, то не вижу. Ты все правильно делаешь, что сильно не жмешь, но прям просто для меня. Да, это у нас у кого? У Равана? Отлично, очень хорошо, да, отлично. Хана, сама или используешь что-то? Сама. Окей, good, good. Катя, хорошо. Ну, супер, да, все повзрослее. We don't use any helper. We are drawing line ourselves. Давайте посмотрим Лиза и Фатима. Просто first line and Саша. Саша, good, yes, good. Очень хорошо, Лизонька, супер, да, отлично. Ага. И Фатима? Ага, ближе, ближе, ближе. More close? Okay, good, good. Ага, отлично, молодцы. Окей, значит, с параллельными линиями, я думаю, проблем у нас не будет. Сейчас я тогда сделаю поближе. Хорошо линию видно или плохо мою линию видно, ребят? Так, so-so, окей, я побуду давить посильней. Окей, мы нарисовали линию, я рисую еще одну. Еще одну. One more. Then not horizontal line. And not perfect, like, это как берег, да, такой немножко волнистый. Горизонтальная, да, должна быть, может быть волнистая, но должна быть достаточно параллельно берегу. И в угол уводим немножко волнистую линию. Обратите внимание, какое расстояние здесь. И уходит сюда точка. If you are done, show me. Лизонька, старайся сделать более пологую линию, да, то есть, чтобы не было вот сильного бугра, то есть, она, ну, практически нету, да, то есть, мягче, мягче, не, без сильных таких этих резких скачков. Роуан тоже мягче, сильно такие резкие скачки не делай. Хана, хорошо, Катя, хорошо, да, сильно резкие скачки не делай. Айничка, ближе. Ближе ко мне. Да, хорошо, Аина. Да, Лиз, вот сейчас хорошо. И если есть возможность, Лиз, может быть, она у тебя, ну, вот чуть-чуть может пониже, у тебя немножко формат листа другой, да, я сейчас заметила, формат немножко другой. Может быть, немножечко, чуть-чуть освободи ниже, чтобы как было место для воды, да, вот это будет вода. Чуть-чуть вот ниже ее проведи и потом вверх уведи. Вот тут наоборот, у тебя просто лист выше, он выше, и поэтому... Немножечко, то есть для тебя это вот, вот так вот, как бы вниз немножко будет. Это для Лизы, потому что у тебя формат листа другой. Да, Саша, хорошо, а Рауан сейчас отлично, давайте Натан посмотрим. Да, Натан, хорошо, отлично, ага, супер, давайте посмотрим Фатима, и тогда тык-тык-тык будем ускоряться. Супер, отлично, очень хорошо, окей, класс. Вас, молодцы. Итак, сейчас мы будем дорисовывать домик где-то вот, ну, примерно вот здесь. Это не имеет особого значения, ну, где-то на краю, да. Я сейчас буду рисовать домик, обратите внимание, я буду рисовать вертикально, то есть домик будет состоять из стен. I will draw the house, and of course each house has walls, and walls should be vertical, but vertical not something like that. If it's too old house, what is will broken after any window, of course. But we are drawing just normal house. It means that lines for the wall is are parallel to the end of paper. Do you see the end of paper? So walls, what we will draw should be parallel to. Yes, not something like this or that or this. No, parallel. Yes, parallel.
Okay, and I'm drawing not too big, like one wall, two wall, one, two, three, something like that. One, two, three, three lines. All are parallel. Parallel together. Plus minus, yes, plus minus. This is bottom is horizontal and parallel of to the horizon line. You can draw lines a little bit longer. It's absolutely okay. Little bit longer. You can turn your paper if it help you to draw some lines. If it helps, you can do something like that. And if horizontal lines is more easy to draw, you can turn like this. Okay, one line is horizontal and three vertical. One, two, three. You can turn if it's more easy to draw for you, for example, horizontal lines. I draw lines longer when it's longer and it helps to draw perfect line. If you draw from end to end, it's hard to draw perfect lines. Это Рауан или Аина? Рауан, делай длинные линии, тогда они у тебя будут ровнее. И чтобы они пересекали линию, вот эта линия гор будет, чтобы они пересекали линию гор и пересекали линию берега. Вот прямо такие длинные сделай, тогда будет легче. Смотрим. Да, Ин, да, вот такого формата. Так, секундочку, давайте. Сейчас я посмотрю у Натана. Натан, look at here, your lines going like this. I not like this, of course, but in this way. Check yourself. That. You have something like that. The same for Lisa. Lisa, look at here. You have something like that. Do you see? So, it's like this. It should be parallel. Yes, check yourself. Should be very parallel. Lisa, look at here. I recommend you to turn like this and draw lines parallel. Yes, parallel. If horizontal lines is more easy to draw. Okay, 1 second. Katya. Да, Катюш, хорошо, вот эта линия немножко ушла вот так вот туда вот. А так хорошо, вот эта чуть-чуть ушла. Угу. Саш, this line is going on the right. It's not parallel, it should be parallel. It's going a little bit like this. Так, это у нас Натан, да? Натан, пошире прямоугольничек, пошире. То есть линии прекрасные. Но у тебя вот это вот расстояние, дай побольше, да, расстояние, чтобы он такой не узенький был, хотя и такой тоже домик бывает, ну, чуть-чуть такой, даже вот можно вот так, смотри, вот так вот можно, прямо так взять, смотри, я сейчас тоже сделаю, и вот так, хопа, и расширить, да, пошире сделать просто. Просто сделать, как бы, вот эту часть пошире, будет красивше, пошире вот так. Да, да, Хана, хорошо, Хана, тоже, кстати, можно пошире сделать, будет красивше. Еще Руан пошире, делай пошире, не бойся. Прям пошире. Okay, when we did everything, yes, we right now drawing like details, yes, all details. So we have like one wall, как бы одну стеночку, да, вот на этой стеночке мы рисуем крышу, смотрите. Так, пык, пык, крыша. Мы рисуем еще одну параллельную линию нижней, и крыша, тоже крыша. То есть мы рисуем крышу. Обратите внимание, нижние и верхние параллельные, линии крыши параллельны. Мы прям сильно не выстраиваем, ну хотя бы идея, да? Just we are not building very perfect house, but just an idea, yes? Yes, Lisa, very good. Yes, very good. Mm-hmm. Liz, don't push very strong to make sure that you can clean any time. Yes, lighter pushing. Mm-hmm.
Внутри домика можно почистить все, потому что, ну, нам это не нужно, да, внутри домика там. Внутри домика нам там не нужно. Вот эти линии снизу не нужны, то есть мы их можем затереть как бы. И вот тут вот линия, она немножечко как бы будет на скос вот тут вот. Как видите, вот уходит туда линия. И здесь она тоже уходит, будет уходить. То есть мы край домика немножечко так как бы обрезаем так чик. И то же самое здесь, тоже немножечко обрезаем, как бы краешек обрезаем. Почему обрезаем? Потому что, ну, он туда вдаль уходит, да, просто домик уходит вдаль. Поэтому чуть-чуть можно обрезать. И лишние линии можно стереть. И лишние линии можно стереть. И детальки дорисовываем крышу. Детальки красивенькие какие-то. Я рисую полоски, конечно, полоски параллельны, да, друг другу. Я рисую полоски, конечно, полоски, они, ну, параллельны друг другу. Дверку, рисую дверку. С темным одним краешком. Один краешек сделайте темный, тогда будет дверка выглядеть как объемная. Окошко. Тоже один краешек у окошка темный, будет выглядеть объемно. Окошки, посмотрите, они вот так примерно на той же линии, что и дверка, вот так вот. Если прочертите, вот так вот, линии, если прочертить, то будет, ну так, если уж грубо чертить линии, то так будет, да. Я поправлю. Туда уходят и туда линии уходят. Вот так вот. Если вам кажется, что как-то что-то выглядит не то, то обязательно дайте знать, мы посмотрим. Примерно, опять же, нету так какой-то панацеи, да. Ирина, у меня что-то не получается, like, Да, не смотри. давайте, давай, давай посмотрим, я тебе подскажу. Ближе, ближе, ближе. Ну, все правильно ты делаешь, все супер, ну, все очень хорошо. Вот видишь берег, да, Хан? Единственное, что нужно, берег, смотри. Делаешь, делай его вот так вот чуть выше, чтобы вот этот край дома, он был как бы на берегу. И все, вот так вот. Просто поправь, никакой проблемы. Так, поправь берег. Окей? Никаких, все очень супер, все хорошо делаешь. Просто вот этот бережок чуть-чуть повыше подними, и все, и никаких проблем.
Да, и молодец. Вот видите, если кажется, что что-то не то, то просто, ну, скажите, и мы посмотрим, и все сразу прояснится. А, у меня тоже не получается. Давай посмотрим. Так, здесь хорошо. Ну, все отлично, супер. Все супер. Крышу вот тут дорисовывай, вот тут. Отлично. Все хорошо, так, волной. И полоски, все хорошо. То есть у нас нету задачи там построить супер-пупер какой-то дом, там идеальный, да. Ну, примерно, чтобы был дом, в перспективу уходил, там, примерно, да. Не было, что, ну, совсем не дом. Ну, дом там. То есть у нас не урок построения, а просто, чтобы уходил домик вдаль. Так, секундочку. Лизонька, все хорошо. Крыша, посмотри, крыша, она немножечко как бы выходит, смотри, сейчас, за пределы. Вот здесь немножко дома выходит и здесь, да, то есть если ты чуть-чуть ее как бы, чуть-чуть выйдешь за пределы, она будет как бы сверху одета. Она у тебя от края как будто обрезана. Ты ничего не стирай, ты просто рядом нарисуй как бы еще одну ячейку черепицы, да, справа и слева. То есть она как пошире чуть-чуть идет. Угу, да, Саш? Mm-hmm. Саш, the same for you. You should to do it a little bit like it's going like you draw it line. I draw it a little bit over, yes, because roof is upper and it's going a little bit over. Как бы немножко шире ее сделай. То есть, ну, она имеет толщину, да. То же самое, вот так вот тут край, смотрите. То есть мы его. Этот край мы как бы вот тут увидим, да, краешек, вот эту толщину вот этой самой roof, вот этот крыши, мы вот ее здесь тоже увидим, немножко толщина будет, да, тут за край немножко вышло, тут есть такая некая толщина. Вот тут немножко такой как, немножко как это я не знаю сказать, ну как, есть тоже толщина, на что крепится вот это вот, потом roof этот крепится, да, он вот так сюда вперед можно тут. Раз, нарисовать какой-нибудь кружочек, что он сюда выходит, ну, чтобы было более понятно, что есть это объем там. Окей, давайте посмотрим. Ну, в принципе, самое сложное позади, все остальное будет только кустики, там, деревца, и перейдем к тонированию. То есть это домик просто для красоты мы сделали, чтобы красиво смотрелось. А так? Мой дом что-то очень большой смотрится. Ну, it's okay, давай посмотрим. Да, он у тебя высокий, он у тебя высокий, но it's okay, это как бы, еще поближе, еще покажи еще раз. Да, тебе нужно вот эту стеночку, вот эту вот, чуть-чуть обрезать, прям чуть-чуть, прям крышу оставь, чуть-чуть ее подобрежь, будет лучше, потому что он у тебя высокий, у меня наоборот, он низкий и длинный, да, такой широкий. Но это, ну, то есть мы не строим сегодня, мы просто хотим красивенький домик нарисовать и тонировать сегодня. Не порезать так тоже. Вот, no, just cut it here. And that's it. Чуть-чуть так, пук. И будет хорошо. И в целом очень хороший домик даже. Okay, so we need to draw mountains. Да, вот так. Саш, don't forget here too. This is a little bit, so it's как это, объем тут чуть-чуть тоже есть, да? Так, это у нас Аина, да? Секундочку. Да, Аин, обрати внимание, что вот если я так линию положу, да, линии дома немножко как бы кверху. Вот эта линия у тебя не обрезана. Прям возьми, обрежь ее. Вот эту линию чуть-чуть обрежь. Вот так, пак. Прям вот обрежь, да, вот так. Обрежь и сотри снизу. Прям дверь, все, не бойся, вот так вот линию. Жих, проведи, и все, что снизу, сотри. И все, вот так. Проведи, и все, что снизу, сотри. Okay, we need to draw mountains. We have mountains. Линия горизонта нам больше не нужна, потому что мы горы нарисовали, и там будет небольшой. Примерно.
примерно, то есть они могут выглядеть как угодно, ну, примерно, да, то есть, ну, главное, что идея, что они горизонтальны, несмотря на то, что они неровные, линия в целом горизонтальна. И параллельно, параллельно. Я сейчас посильнее нажму, но вы сильно так не давите. Ну и, конечно же, кустики, да, сейчас мы нарисуем кустики, дорожку. Итак, дорожку я сейчас рисую отсюда, вот так вот. Так, раз. И два. Это дорожка к нашей красивому домику от дверки. Кто нарисовал, может попробовать сделать зигзагом. То есть сначала нарисуете красивую дорожку, как я вам показала, а потом вы можете попробовать нарисовать зигзагом. То есть на этой же дороге сделать зигзаг. Попробуйте. У кого не получается, не делайте зигзаг, сделайте только прямую дорожку. Но сначала нарисуйте прямую дорожку, а потом от прямой делайте зигзаг. Иначе, если вы сразу начнете зигзага, будет неровно. I recommend you to draw the line first and then do the Z. If you will draw Z from scratch, it could be very hard to get perfect. You can try, but I recommend you to draw first the line and then to do Z. Это наши там лают, Виталий? А этот, можно бабушку с дедушкой попросить его домой загнать? Who did it, please show me. Так, сейчас, Лизонька, секундочку. Угу, хорошо. А, Лиз, вот эта линия, вот эта, которая вот здесь, да? Она у тебя, вот эта штучка, она должна быть, посмотри, очень близко параллельно этой линии, видишь? А если ты вертикально делаешь, то ощущение, что там прям вертикальная стена, чтобы зайти в дом, надо прям аж запрыгнуть туда. Чтобы такого не было, попробуй вот эту штучку сделать более такой, ну, под углом, да, под углом. И соединить уже с дорожкой. Тогда будет ощущение, что все-таки это мягкий склон. То же самое у Фатимы, да? Давайте я вам, знаете, как сейчас я покажу, сейчас, секундочку, я вам покажу идею. Идея будет следующая. Хей, класс, кто хочет зигзаг, то вот так вот. Сейчас вам покажу. Дверь. В дом. Берег. Идея, вот смотрите, вот берег, да, так, потом вот так, горизонтально, то есть параллельно, горизонтально и опять параллельно. Еще раз, параллельно берегу, потом параллельно, ну вот получается зданию вот этому, и потом опять параллельно берегу, если грубо можно так выразиться, да. Параллельно вот это 1, 1, 1, это все линии параллельны. Вот. 1, 1, они все параллельны. 1, 1, параллельны. Да, может немножко в центр сходятся. А вот эти вот 2, 2, 2, вот эти вот 1, 2, 3, они все параллельны дому. Понятная идея? Или не очень? Еще раз могу нарисовать. Смотрите, еще раз. Домик и берег.
да? Эти две параллельны вот берегу, эти две параллельны дому, эти опять две параллельны берегу. Понятно? Так, секундочку, ближе, Рауан, ближе, 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 ближе. Да, Рауан, check your... This is should be parallel to the island. Is it parallel or no? Да, значит, смотри, Лизонька, вот эти параллельны, а теперь проверь, вот эти параллельны или нет. Прям карандашик положи и проверь. Линия дома правильная. Вот, это у нас у кого? Катя. Вот Катя правильно, да. Катя правильно. Ага. Угу. Да. То есть вы берете вот эти линии и проверяете, а потом вот эти линии проверяете. Yes, and Rowan, check this lines. Line of the house is right. Line of the road, check Rowan. Rowan, check, is it parallel or no? Line of the house is right. Line of the road is not parallel. Да, у тебя хорошо, у Ханы хорошо, да. У тебя очень маленький поворот, ну хорошо, да. То есть у меня просто он больше, ну в целом, да. Вот, вот, да, вот так. Лизонька, да-да-да. Угу. Во! Отлично. Или это Аина? А, это Аина, окей. Хорошо. Хотела сказать, Рауан исправил. Отлично. Давайте, Натан. Ага, да, хорошо, Натан, отлично. Натан, maybe a little bit this line, look at here. This is the end of the land, and this line is not parallel. You can check. Other is okay. Yeah. Окно, is the bottom of the окно parallel to the bottom of the... Yes, yes, yes. But, yes. It's going, sometimes it will be in one dot, it's like, it's going to the one dot, but very close to parallel. Okay, very good, okay, nice. We did the most hard work, right now we will add very easiest work. Very easiest is the flowers and trees, yes, and trees. So we have here the, как это, куст, да, вот такой куст. Он неровный и такой круглый. Вот мы у нас здесь куст, он такой вот, такой вот, вот такой кустик. И потом еще один кустик. И потом еще один. Красивый большой кустик. То есть мы рисуем кустики. Внутри я, конечно, куста все стираю, потому что ничего там мы за кустами не видим. Ну вот у нас такие кусты. Сейчас я внутри сотру, и вы увидите. Раз куст. Здесь, в принципе, нет никакой там принципиальной разницы, как кусты будут располагаться, но главная идея, да, идея. Вот раз кустик, тут угол. Два, три. Вот-вот кустики. Вот тут вот у нас будут кусты немножко маленькие. Я давлю сильно, помните, чтобы была уверена, что вы видите. Вы сильно не давите. Вот тут у нас вот в этом уголочке растет кустик. Небольшой. Небольшой кустик. И тут с краю еще один. У меня куст не идет to the corner. Давайте сейчас глянем, секундочку. Like, у меня большой space здесь. Делай большие кусты. Или просто закончи их. То есть вот смотри, раз овал закончится здесь, и все. Ну, лучше просто закончится. Пусть он у тебя закончится, и все. Вот смотрите, я на дорожку залезу, то есть мы такие всякие красоты рисуем, да, такие красоты всякие. Тут кустик,
залез. Тут кустик, шарик такой красивый. Давайте вот здесь тоже хочется какой-то кустик. Тут кустик залез. Тут кустик залез. Вдоль дорожки я рисую травку. То есть вот эта толщина, это будет травка вдоль дорожки. Тут будет травка тоже. Ну и, конечно, надо будет спереди большой куст нарисовать. Большой спереди. Ой, сори. Сори. Ирина. Да. У меня кусты очень большие, я думаю. Давай глянем. Ближе. Нет, у тебя хорошие кусты. Единственное, что тебе нужно сделать, чтобы... Давай так, вот я сейчас поправлю. Кусты, вот смотри, кусты, когда ты до низу доводишь, да, посмотри. Они должны быть как бы чуть... Вот этот куст, давай даже так, он должен быть чуть ниже, чем вот эта крайняя точка дома, да, чуть ниже. То есть выводи его чуть-чуть пониже, этот куст. Сюда, просто пониже сделай кусты. Чуть ниже кусты сделай, будет хорошо. Вот большой куст. И тут у нас будут так вот цветы. Ну, как-то так, примерно. Такая милота. Такой красивенький пейзажик. Тут можно... Я давлю сильно, пожалуйста, сильно не давите. Облака. Так, секундочку, смотрим Рауан. Хорошо, Рауан, отлично. Рауан, молодец. Угу. Я тут облачко добавила. Край корявенький, неровненький. Можете посмотреть, как выглядит. Ну и на этом все, мы в принципе готовы. На этом все, мы в принципе готовы к тонировочке. Если хочется что-то подправить, можно подправить. Я хочу подправить край бережочка немножко. Что-то такое более пологий. Кто дан, обязательно покажите, как получилось. И давайте перейдем к цвету. Так, смотрим, Катюша. Well done. Здесь хорошо, здесь хорошо. Чуть-чуть выше, Катюш, выше. Здесь хорошо. Катюш, вот этот куст, да, чуть-чуть побольше, чем остальные, потому что он, ну, как бы немножко ближе, да, немножко ближе. Можно чуть-чуть его побольше сделать. Нужно побольше сделать. Фатима, давай посмотрим. Так. Лизонька, да. Лиз, если есть возможность, смотри, вот у тебя дорога, она уходит вот сюда вниз, да, вот сюда. Если есть возможность, вот, чтобы она уходила, знаешь, как-то или в угол, ну, лучше в угол, да, чтобы уходила. Чтобы не здесь, а вот в уголок, так мягче будет. Давайте Фатима посмотрим. Ой, красиво. Ой, мило как.
Так, здесь хорошо, здесь хорошо, да, здесь хорошо. Фатима, вот если есть возможность, вот этот куст больше, пусть он больше будет, чем остальные, потому что он у тебя на переднем плане, да, и он должен быть крупнее. У тебя он ближе, сделай его крупнее. И вот это вот не вижу, есть ли большой куст здесь? Саш, да? Меня confused the pathway. Which way? This? Yes. Да, но... Ah, okay, with the turning, okay. Oh yeah, let me show, yes, don't worry, clean, and I will show you. Аина, ага, Аин, хорошо, оставляй. Лизонька, да, вот сейчас хорошо, ушла туда дорога, и так мягче смотрится. Okay. Could you repeat? Этот, Okay, one second. I'm showing for Sasha. Sasha, you have the house with this is, yes? This is your home, yeah? Okay. Look at here. We have the end of land. Do you see? End of land. Then water. So, right now I'm drawing first road. Look at here. I draw and how I draw it. It's parallel to the end of land. Do you see? Just repeat, don't draw, just do two lines. One, two, not matter, perfect, not just two lines. But what is important, parallel to the end of land, okay? Okay? Second one, we have, look at here, just draw two lines. It could be very long, like this, no matter. Then, look at here, Sash, we have the line of the house, do you see? Please draw parallel two lines, or parallel to the house. Like this, parallel to the house. And you can draw right now. The first cross. And then Sash, look at here. I do exactly the same what I did here. Yes, parallel, but here. Do you see? Okay? Try repeat. Mm-hmm. Okay, so we're gonna... Oh, one second. Oh, this is for Sasha. Okay, we need to go to the color, to the coloring. For that, так, это у нас у Аиночки, да? А, это у Равана. Ага, выше, выше. Все супер, отлично, да. Раван, обрати внимание, постарайся облака прям ровно за мной повторить. Смотри, одно облако как бы исходит из-под гор, да, то есть оно как бы обрезано горами частично, а другое такое тоненькое-тоненькое, как дохлая сосиска. Потому что я знаю, что вот многие, посмотрите, многие любят рисовать облака вот так вот. Это, да, но так не бывает в природе. No. Облака, они в горизонте, поэтому они вот так выглядят. Чувствуете разницу между детским облаком и взрослым облаком? Оно плоское, потому что оно далеко в перспективу уходит. Поэтому облако плоское, вот это если я лежу на газоне и смотрю наверх, тогда круглое будет, да, потому что я прям напрямую наверх. Но если я смотрю в горизонт, оно сплющивается, вот такие облака. Угу. Так детки рисуют, а вот так рисуют взрослые. Окей, смотрим Натан. Yes, exactly, Натан, yeah, exactly. Угу. Все супер, да. Отлично, отлично. Okay, we are ready for coloring. We are going from... what we will color first? How do you think? Who remember? Далис. Background? Yes, and what exactly is... what exactly we will color here first? Which background? The sky? Yes, exactly, you are right. Okay, the sky. We are taking just blue, bright blue for the sky. It's it.
Don't forget to put something under your hand, because if you will start to color in, you will have каша малаша, да, такое, все будет каша малаша, все будет серое. Саш, how is it going with that? Do you want to show? Yes, this is parallel, it's good. This is not parallel. Check. Put your pencil on the line of land, and other pencil to your line. It will be like this. It's not parallel. This is parallel. I know it's hard to draw so crazy cross, but believe me, just do this and it will be nice. I know you have to do it so often and you don't know what's happened. Just do it parallel and that's it. Okay? And you will see this corner is too long. Yes, too long. It will be too long corner here. And it's okay. Окей, значит, мы берем голубенькие, поточили там вот так вот, поточили вот так, отлично, голубенькие. Итак, что я делаю? Я беру мое облако, ну давайте вот это, немножечко его чищу. We need to clean little bit, but to make sure that I see the contour. Yes, I'm cleaning it little bit, cleaning my cloud, but save lines to make sure that I can see this. Why I'm cleaning it? Because it's white, it means I don't want to see the contour mirror. And I'm toning it, put by your hand. I'm toning it, look at here, around the cloud. I'm toning with blue. Horizont toning only. I will do it more close, 1 second. We are toning. We not. No, don't do this. We are toning, okay? Soft toning, very soft mixed toning. More close to the horizon, then tone is lighter. More close to the end of pad, it's more darker. I'm pushing a little bit stronger on the top. Little bit stronger, more close to the cloud. A little bit stronger, more close to the contour of cloud. Little bit, you can see. To make sure that cloud will appear. And more soft to the end of. Do you see? Mine doesn't look. I don't think I did the color. Давай посмотрим. Да, правильно. Обязательно показывайте. Какой номер карандаша ты взяла? У меня 48. Голубой. Blue, light blue. У меня robin egg blue. Номер 503. Okay, take, возьми 48, найди, он такой лазурный, знаешь, вот такой, как надо, небо, тон такой нежный, видишь, цвет получается, у тебя более холодный, он для гор подойдет. То есть возьми, пластиком почисти этот цвет, ну, он останется, но ничего такого. И возьми 48, и тогда он у тебя будет такой более, ну, такой более лазурный. Yes, good. Да, Лизонька тоже очень хорошо, да. Вот в цвет Рауан попал, да, Рауан прям 48-й, видимо, взял. Саш, you can push a little bit stronger, more close to the top, yes. Да, Аиночка тоже, можешь вот здесь ближе к верху нажимать немножечко сильно посильнее чуть-чуть, и потом светлее к низу, да, чуть-чуть. Или просто второй слой наложить, да, или второй слой наложить. Чтобы такой был тон. И так мягенько идем вниз.
У меня здесь второе облачко. Видите, как контур видно? Do you see, guys and girls, how easy to see the contour? I don't want to see the contour of pencil, yes? For this reason, I just little bit cleaning it to make sure that I can see the contour, but it's not possible to see after coloring. Я немножечко контур чищу, он там есть, я его вижу, вы его сейчас не видите, но он там есть. И теперь, да, и теперь я могу вокруг его... Ирина? Да. So, я не могу найти 48, но у меня есть этот, он pretty bright. Да, 47, 48. Да. Тонировочка легенькая, да, чтобы небо было нежное, не коляшки-маляшки, окей? Тонируем нежненько. Очень хорошая нежная у Лизы тонировочка, да, Таня, Лиз, отлично. Да, Рауан, можно сверху чуть темнее, плотнее цвет сверху. Чуть-чуть плотнее, да, чтобы он... был немножко плотнее и поярче. Угу, да, хорошо, супер, Роман, отлично. Вот я сверху тоже делаю поплотней краешек, чтобы как бы было ощущение объема, да, то есть высоко, высоко, когда мы смотрим, там не так много воздуха, да, то есть вот, вот здесь уже много очень воздуха, там светлей, а повыше там уже не так много воздуха, ну, в смысле, когда мы вот так внутрь смотрим, воздуха больше. Сверху как фрейминг будет, да, оно будет... Фрейминг всегда хорошо смотрится. Ну и вокруг облачка всегда обычно вот так вот есть такой более темный контур, тогда облачко лучше видно. Не думаю, у меня есть этот цвет. Окей, попробуй. На облачке снизу я еле-еле делаю голубой. На облачке снизу немножечко делаю голубой, еле-еле, чтобы облачко было пообъемнее, чуть-чуть совсем вот на этом большом облачке. Прям еле-еле, да, чтобы облачко было по объему. Красотюшка какая. Я сейчас затемню голубенький, чтобы поплотнее было. Так, смотрим. Это у нас Саша. Yes, Саш, very good. In the middle, try to do very soft differences between dark tone and lighter tone. Yes, all top is darker, all top, and then lighter, lighter, lighter. Да, Лизенька, очень хорошо. Так, это у нас у кого? Это у нас Катя. Катя очень хорошо, да. Немножко можно под углом, чуть-чуть вот так как бы под, чуть-чуть под углом. А, ну, если этот угол не видно, у меня его видно не будет, потому что я хочу вот эту часть затемнить. То есть вот эта часть темнее, темнее, чем остальные. Да, очень-очень, Аина, хорошо. Можешь вот эту часть тоже чуть-чуть сделать темнее, вот этот угол, и будет шикарно. Да, чуть уплотнить цвет вот с угла, то есть оттуда, получается, идет тень. Вот так вот оттуда тень, и она уходит, и там свет уже. Ну, смотрите, как хорошо. Вот, смотрите, какое нежное, прекрасное небо у нас получилось. И мы сейчас будем переходить к горам. I'm not ready, можно подождать. Окей, sorry, I will wait you. Аин, да.
Горы такой, они такие фиолетовые, будут холодные. Это 44-й цвет, такой фиолетовых. Ну, он синий, сине-фиолетовый такой. Но я подожду, я пока подготовлю, поточу. Вот такой вот цвет. Да-да-да, Аина, отличный цвет. Такой немножко цвет грозы, да? Такой вот, когда грозовые тучи начинают быть немножко фиолетовыми, такими холодными, холодеть. Уже не такой теплый. Вот такие очень. Саша, very good, yes, very good. Uh-huh, very good. Такой холодный, темный синий. Вот ближе к фиолетовым отливам. Ну и то же самое, я краешек немножко чищу, чуть-чуть, да, чтобы, ну, его видно не было, чуть-чуть чищу краешек гор, все-таки, ну, чтобы аккуратнее работа была. Контур гор я чуть-чуть затираю, для того, чтобы все-таки сильно не было видно, да? А кто с небом не закончил, остановитесь, возьмите карандаш, потому что принцип вы поняли, вы делаете очень хорошо, нам нужно двигаться дальше. И сейчас мы будем делать горы. Для гор я нижнюю точку сразу обозначаю, да? Вот она тут. И горы делаются под углом, то есть если горизонтально, то горы вот под этим углом будут, вот под таким углом будут, да, под таким углом. То есть я делаю нижнюю линию, вот она у меня, вот, и потом вот под таким углом, под углом, как будто мы скатываемся с горки, like I will slide right now. On the bottom more darker and more strong pushing. On the bottom is more strong pushing. On the top is too soft, tone still. Где пологий, там пологий, а где нет, то вот скатываемся. Как бы скатываемся, видите? То есть это называется рисуем по форме, да? По форме. Скат. Линии уже более заметны. You can see lines. Do you see? If here it's extremely soft, you can't see any lines. To here, sometimes you can see lines. Little bit, not a lot of lines. I'm toning it still. But on the bottom, you can see sometimes the lines, what I, where I pushed, yes? You can see the lines sometimes on the bottom. It's possible to see. Уже как бы немножко возможно видеть линии, они уже начинают проявляться, да? Чуть-чуть линии уже проявляются. Ну и задняя гора светлее. Hey, class, it's important. The mountain on the background is lighter, it's just very soft pushing. On the background it's lighter. I will do contour, but on the background it's lighter. Oh, okay. Тетя Ира нарисовала не там гору, ну ладно. Нарисовала гору там, где было облако, ну не ладно. То есть они там куда-то уходят. Контур можно нарисовать, да? Контур у горы. Можно прям полосочки, чисто полосочки, больше ничего. Ирина, can you look at my Chitonia prognosis patterns? Сейчас, секундочку, что еще раз повтори? What? Could you repeat? Oh, у меня что-то неправильно. Давай посмотрим, да. No, you're doing everything nice, everything good. Just on the bottom,
on the whole bottom is darker. Whole bottom is darker because it's shadow. Okay? То есть на всем, на протяжении вот низа, вот здесь вот у горы, вот тут вот, везде добавь снизу как бы равномерно тень, переходящая наверх, чтобы было ощущение, что там тень. Угу. И если кто-то сделал, обязательно покажите. И прямо тут вот точка, самая темненькая вот тут вот будет. Я возьму даже немножко фиолетовый, и фиолетовым немножечко здесь, где тень, добавлю чуть-чуть полосочек, где тень, чуть-чуть фиолетовым добавлю тут, чтобы придать, знаете, такой более красивый оттенок, чтобы были вот тут, где тень, добавлю немножко. Чуть-чуть фиолетового, чуть-чуть совсем, знаете, так, для вкусу, как говорится, чуть-чуть для вкуса. Чуть-чуть для вкуса. Кто сделал, давайте посмотрим, как получается. Так, это у нас Рауан, да? Рауан, у тебя переход достаточно резкий, то есть у тебя снизу темная гора, а потом хупа и белая шляпа, да, белая шляпа. Ты ее немножечко так просто тон, вот этому белому тона дай, вот тут тона, да, чтобы все-таки в целом гора была не белая, да, не белая, а все-таки, только сильно не дави, то есть там ты правильно, там свет, но сильно не дави, да, там не должно быть темно-синий, то есть все правильно, кверху оно светлее, ты прав. Но все-таки оно светлее, ну не настолько, да, там не белый снег, вот чтобы вот так вот прям. Не настолько прям белый снег. Вот я фиолетовым сейчас тоже придала, чтобы... О, хорошо, это у нас Лиза, да, супер, отлично. Вот, а это у нас Аина, Аина, отлично, да. Аина, вот тут у тебя какое-то белое пятнышко, да, прям пятном. Сделай более мягкий переход от тени к свету, чтобы не было облачка, а то как будто там облачко у тебя вот тут вот появилось. Вот, уже лучше, Рауан, да, вот так вот. Давайте посмотрим, Саша, Натан, Фатима. Ой, нежная, это у нас у кого? Катенька, да? Кать, можно горы на тон темнее, то есть... Потому что, чтобы они была разница между небом и горами. Ты можешь взять фиолетовый и легкий повторный слой наложить. Да, и наставляй, хорошо. Немножко второй слой как бы наложить, чтобы чуть утемнить, да, чтобы не совсем такой прям прозрачный был. Давайте посмотрим Фатима, Натан и Хана. И Саша еще, Саша. Да, отлично, да, Натан, хорошо. Натан, очень сильно не дави, то есть у тебя, наоборот, очень прям темно пошло, да, особенно вот это. Дальше не усиливай, да, то есть оно темнее, но не настолько прям плотно. Саша, очень хорошо, Хана, хорошо, да, все отлично. Иди поздоровайся, это взрослые детки. Это Викуля моя. Да, иди. А где бабушка? Иди на улицу, скажи, мама сказала накормить меня. Наказала. Накорми, а то накажу, скажу. Итак, мы сейчас переходим ниже, и дальше у нас идет вода. Вода это что-то среднее, да, между небом и вот таким морем, да. И она имеет синий такой оттенок. Сейчас я подберу какой-нибудь хороший. Ну, это темноватый будет. Ну, и она имеет, если у вас есть бирюзовый, обязательно возьми, бирюзовый обязательно будет, бирюзовый в воде, когда она на солнце светится, обязательно есть в воде. И сейчас я синенький найду какой-нибудь приличный. Вот хороший синий, приличный. Вот, у меня есть ярко-синий, Just Bright Blue, очень ярко-синий.
И вода тонируется, естественно, вправо-влево, да, вправо-влево. Я сильно не давлю, то есть мы когда тонируем вправо-влево, это у меня синий. Я сильно не давлю, я тонирую очень мягко, софт. Вправо-влево, вправо-влево. То есть должно быть видно такие, вот видите, видно нити, да? Видите, да? Нити видно. Но, пожалуйста, hey class, look at me, it's very important. When you draw the water, don't draw the hill. We are drawing horizontal lines. Do you see differences between horizontal line and hills? Yes? We don't draw this. Don't draw hills. Horizontal line, parallel to the horizon, yes? And you can see it. You can see the lines. Как бы нити. Вправо-влево, вот так вот. Немножко даже можно, не отрывая руку, как бы вправо-влево, вот так вот. Не отрывая руку, вправо-влево. Будет имитация воды, то есть это будет заметно, что это вода. Ближе к берегу и краю, конечно, мы тонируем, да, там должна быть тонировочка, берег должен быть аккуратненький. Так, сейчас смотрю. Да, Лизонька, да, продолжай, чуть плотнее, да, и, Лиз, обрати внимание, что контур горы должен быть ровный, то есть, когда ты штриховала, немножко вылезла, да, подотри ластиком и просто прочерти контур карандашиком, чтобы контур горы был ровный. Я контур карандаша вот здесь чуть-чуть подтираю, да, потому что я хочу, чтобы было видно. И бирюзовый. Сейчас мы накидаем бирюзовый. Бирюзовый. Бирюзовый вправо-влево. Тонируем тоже. Бирюзовый. Он такой немножко зелененький, но все-таки ближе к голубому. Бирюзовый, да? Это у меня 106, номер 106. У основания бирюзовый. Вода такая бирюзовая. То есть второй слой бирюзовый. Тогда будет похоже на такое итальянское море, да, итальянское. Тонирую бирюзовый. Вот вы сейчас увидите, сейчас она тон посильнее наложу, вы увидите, как превращаются наши полоски в итальянское море, в Италии. В итальянский бережок такой. Вот я тонирую. Уже тонировочка, да, тон, пошел тон, именно тонировка, тон, то есть вот эти линии мы оставили, которые у нас, и теперь мы просто тонируем, да, тон. So, we imitated lines, do you remember? We saved lines, and right now we are adding tone upper of the lines. Да, все очень хорошо, Лизонька, делай. Теперь уплотняй свет, чтобы он был плотный. По плотности вода должна быть такая же темная, плотная, как практически горы. То же самое, Натан, very good. And more and more toning, so как, темнее, ярче-ярче делаем, да? То есть вода очень плотная, то есть мы накидываем яркость. То есть оно должно быть бирюзовое темнее, и мы накидываем, чтобы плотный был, плотный цвет. Плотный цвет. Кать, все делаешь правильно, делай плотнее. Вода должна быть такого же, ну, такого насыщенного цвета, как горы, да? То есть сейчас накидывай, чтобы усилить насыщенность. Окей, okay. I will add more blue toning to make sure that... In the middle, как бы в середину я добавляю больше вот синего, это у меня 98-й, такого синего, чтобы добавить плотности, да, то есть вода внутри плотная. От берега отступили, чуть-чуть от берега отступили, и внутри добавляем, тонируем синеньким, чтобы добавить глубину. Глубина там, где глубоко, темно, темно, где глубоко, темно. У берега, конечно же, не так глубоко, да. Там солнышко просвечивает. А там в
серединке уже глубже. Поэтому там солнышко так сильно не просвечивает, в серединку не попадает. Из-за этого там такой темно-синий, да, темно-синий. И тонирую, горизонтально тонирую. Так, это у нас Рауан. Рауан, все, да, все отлично. Бери, вот у Лизы хорошая плотность. Посмотрите, у Лизы плотность воды такая яркий, да, то есть он яркий цвет, плотный. Вот хорошо, да. Лиз, край не оставляй. Я знаю, край тяжело тонировать, да, но чтобы он не был светлым и не казался обкусанным, да, вот. Немножко вот тут вот край у тебя светленький, чтобы не казался вот тут вот он сильно светлый. Сейчас кто-то мне показывал, по-моему, это Аина была, очень хорошо было, плотность тоже была хорошая. Так, смотрим. Саш, very good. Take, please, purple, purple, and draw contour and more shadow on the mountain to make sure that purple is not, ну, как бы, separate water and mountains. Аккуратненько пририсовывайте рядышком с домиком, да, вот так вот прорисовать, чтобы ровненько рядом с домом было. Вот тут вот. Ну, как вам? Какой красивый океан, да, получается? Или море, я не знаю, что там. Кто был в Италии? Так, Хана? Сейчас. Да, Хан, очень хороший тон. Добавляю вот сюда, ближе к центру, синенький, да, синенький. Для того, чтобы была разница между бирюзовым и синим. Потому что тогда будет ощущение, что это близко, а то далеко. То есть, где бирюзовое, это близко, и там воды меньше. А где далеко, это там вода. Можно даже, у кого бирюзового нету, можно взять желтенький, вот прям желтенький, только не сильно, да. И вот тут вот у водички желтенького, если вы так добавите, он не будет желтый, он будет такой немножко зеленоватый. Это именно, что вот солнышко сюда посветило, и раз, вода у вас засветится, да. И если вы добавите прям чуть-чуть желтенького вот так поверху, у вас у берега вода засветится. Вы это прям увидите сами вот тут вот. Она так прям будет светиться, именно вода, именно будет свечение воды. Немножко, да, чуть-чуть совсем, вдоль берега, как бы, вдоль берега, только вдоль берега. Вот хороший бирюзовый у Кати, да, Кать, вдоль берега у тебя хороший бирюзовый, а здесь очень прозрачно, да, то есть набирай плотность, накидывай, то есть тебе нужно, чтобы в целом вода была плотная, плотный цвет воды, не просвечивающий. Так, да, я на этом остановлюсь, я хочу посмотреть у Натана Фатимы. Натана Фатимы хочу посмотреть. Натан и Фатима, я хочу вас посмотреть. Ну, отлично, да. Натан, you have like white, oval. And look at here, one second. You can see white, it's lined through the beach. Do you see? This is the white, but not the oval inside. What I recommend you to do, soft toning everything, and then take a razor and do something like this. Up, and you got light, okay? Очень хорошо, да, очень хорошо, Хана, очень хорошо. Вот здесь вот я знаю, что тяжело, да, делать, и потому что штриховать тяжело, но в целом, как бы, чтобы обкусно не было, вот тут тонировать надо темней. Да, очень хорошо, ай, вот, Рауан шикарно сейчас, Рауан вот просто шикарно, да. Да, Аин, тебе нужно взять рейзер. Рауан ничего не меняет. Аина, тебе нужно там, где вода проходит, посмотри, ластичком вот так вот тоненько протереть воду перед горами, да, потому что там подходит вода, там белые волны начинают
ну, закручиваться. И это разделит твою волну и горы, и будет видно разницу. Окей, мы большие молодцы. У нас еще 15 минут, да? Вот, очень хорошо, да, Сашенька, очень хорошо. Итак, сейчас я покажу, как мы делаем траву, растительность, да, растительность, растительность. Да, 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 Аин, очень хорошо, сейчас хорошо. Как мы делаем растительность? Растительность мы делаем смелыми каляками-маляками. Что это значит? Я беру оранжевый и коричневый. Это первый куст. Оранжевый и коричневый. Куст номер один. Немножко поточу. Сейчас будем делать каляки-маляки. Каляки-маляки. Ой! Итак, здесь как раз-таки обратная ситуация. Мы хотим показать структуру, поэтому никакого тонирования мы не делаем. Мы показываем структуру, например, вот, вот сейчас будет у меня вот, вот, вот этот куст, да, я его тоже так же подотру, чтобы ну, не было видно карандаша. Итак, смотрите, вот куст. Я хочу показать структуру куста, поэтому я как бы вот так вот накидываю острые, острые. Сейчас я поближе покажу, сейчас, секундочку, секунду, поближе. Please look at me, don't turn until you will get an idea. Снизу, конечно, коричневая. Может быть, тут коричневый кусочек, тут коричневый кусочек. Снизу перед другим кусом. Вот так я накидала достаточно резко, да, какие-то такие каляки-маляки снизу вверх растущие. И то же самое я делаю с оранжевым. Вот так вот накидываю, накидываю по краю, по краю. И в самом-самом центре может быть какой-то там желтенький или светло-оранжевый. Вы можете взять, я возьму желтенький, мне желтенький, такой желто-оранжевый у меня. И даже барашками где-то там, барашки такие вот. Ну, вы можете видеть структуру, да? Видите, какой он ежистый получился, да? Такой чик-чик-чик-чик-чик-чик. Нету какой-то основной идеи. Только главное, чтобы снизу коричневый был. Снизу, тут где-то, тут тень влезла. По краю оранжевый, а в самом внутри центре желтенький. То есть вот такая, это такой пушистый куст, да? Видно, что он пушистый, что он такой оранжевый, такой ух! Сейчас мы повторим. То есть вы попробуйте. Издалека вот смотрится вот так. Сблизи смотрится вот так вот, да? То есть такая красотища. И мы ни одного листочка не нарисовали. Вы видите, листочков нет. Но выглядит как пушистый куст с листьями. За счет штриха вот этого не мягкого, а каля-маляшного такого. Сейчас я сделаю тоже из этих же цветов трех. Я сделаю, ну давайте травку, да? Например, у нас тут осенняя травка. Вот тут вот коричневый зашел. Вот тут где-то коричневый зашел. Маленькие вот такие штрихи, вертикальные, да, это я утрирую, конечно, но вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так. Это у нас будет травка, да, невысокая, невысокая. Вот тут вот у нас травка, вот тут травка, тут подлиннее может, потому что тут все-таки передний план, да. На переднем плане травка подлиннее. Вот тут вот. На заднем плане травка коротенькая, потому что далеко. Там травка, там травка, там травинка. Конечно же, у нас будут травинки, где дорожка проходит. Где дорожка будут травинки. Обязательно будут травинки, где дорожка. Посмотрите, вот тут вот, вот тут вот. Вот у основания дорожки, вот тут подлиннее будут травинки коричневые, тут подлиннее. А далеко уже будут покороче. Тут пока маленькие такие, мини-мини-мини. А здесь побольше, да, то есть вдоль. И все такое коля, такое чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Я не задумываюсь, да, как там легло, так и легло. Ну, как легло, так и легло. Вот тут вот, может, уже сильно так не давлю. Вот тут вот что-то выросло, да. Вот тут вот можно сильно не давить. Вот так вот накидываем, накидываем. Вот тут вот мы рисовали какой-то куст, да, вот тут можно посветлей. Да, малыш? Да, ну, ты классный.
Да ты что? Да, это единорога, он у меня какой-то коляку. Знаешь, давай я закончу и сделаю тебе единорога, окей? Если хорошо будешь себя вести, ладно, Танька? Вот тут вот у нас, вот тут вот у основания тень, вот тут у кустов я делаю, вот тут. И опять же, смотрите, я не задумываюсь, ну вот как там коляшка-маляшка легла, да, вот так вот, вот смотрите, я вот как бы, на, вот видите, как я держу, посмотрите, как я держу, да, посмотрите, какой класс, посмотрите, как я держу. И я как бы тыкаю, представьте, вы в соседа решили тыкнуть, взяли, и так, тык тебе. И вот так вот я накидываю, вот так тыкаю, сейчас я повыше покажу, может быть, понятно. Вот так беру. То есть не так вот и... Можно и так, да? И вот так немножко накидываю вверх-вверх, вот так вот. Такими движениями, скажем, да? Такими движениями вот сюда. Мы закидываем. Нет никакой логики, они не должны быть какими-то красивыми. Главная идея, да? Снизу вверх, вот так. Давайте посмотрим, как у кого получилось. И я просто хочу быть уверена, что мы на одной волне. И если все окей, я быстро ускорюсь и сделаю желтую траву. То есть вот то же самое, как здесь куст, у нас будет трава желтая, я быстренько накидаю и увидите, как это выглядит. Так, так, смотрим. Да, да, очень красиво. Сейчас, секундочку, у Лизоньки красиво. И, Лиз, иногда у тебя очень, как бы, очень идеально, я бы сказала. Идеальный такой мир, выстриженный газон. Все правильно делаешь. Здесь попробуй немножечко побаловаться, да, немножечко похаотичнее, вот так попутай. Не сильно не дави, а не посветлей. Ну, немножечко дать себе волю. Значит, у Катеньки очень хорошо. Вот это то, что ты рисуешь, Кать, вот это очень светло. То есть куст, смотри, какой яркий, да. А вот тут вот побоялась. Поднажми тут, вот здесь можешь внутри поднажать. Где тень между кустами, посильнее можешь нажать. Вот тут вот близко к нам можешь посильнее нажать, там тень под травочкой, да, где-то в каких-то местах посильнее нажми, не бойся. Так, это у нас Рауан, да? Рауан, у тебя идеально, мы не робота рисуем, а природу. Это значит, что когда ты рисуешь куст, смотри, вот у тебя есть куст, да? Ты вот у него нарисовал вот так вот тень, вот так вот ровно. Но так в природе же не бывает, да? Это же не камушек. Ты тут нарисовал, тут. То есть в целом, да, в целом, посмотри, в целом у тебя снизу, но ты видишь разницу, Рауан, разницу, посмотри, Рауан, между вот более хаотичным тонированием и более однородным тонированием. Вот тебе надо более хаотично. Потом, Рауан, посмотри, вдоль дорожки, да, посмотри, у тебя тире-пропуск, тире-пропуск, тире идеально просто, вот прям как брусчаточку положили. Сделай где-то равномерно, потом пропуск, потом долго-долго линия, потом пропуск. Более такое неоднородное, да, неоднородное. Аина хорошо, да, Аина хорошо. Угу. Давайте посмотрим Натан, Хана. Да, Натан хорошо, да. Натан, используй тон, да, смотри, вот тут темно положил, смотри, вот тут у тебя темненько. И еле-еле слабо дави, чтобы были и темные, и светлые, да, и темные, и светлые. Побогаче был, чтобы поразнообразнее. И темные, и светлые. Чуть-чуть сильнее нажал, слабее. Вот разнообразие сейчас очень хорошо, да. Лиза прям, видишь, сразу заиграла, да. Хан, не бойся, вот тут сделать акцент темненький, вот тут акцент темненький. Буквально 2-3, вот здесь вот зашел темный акцент, да, где-то... Усиление тени в 2-3 местах. Вот раз, два, три. Более контрастное нажатие, чтобы где-то тень там заиграла. Окей, давайте посмотрим Фатима и Саша. И тогда я буду уверена, что все идею поняли. И я сейчас быстро траву за это. Да, Фатима, очень хорошо. Да, отлично, супер, Фатима, хорошо. И оранжевый не забудь закрыть, да, чтобы сразу весь куст был целый. Снизу красный, оранжевый обязательно. Окей, я рада, что мы идею поняли. Я беру теперь следующий цвет. Помните, да, у нас был коричневый, оранжевый, желтый, да? Ну, или такой близко светло-оранжевый. Я беру сейчас просто оранжевый и поехала. Рядышком накидываю траву уже в свету. Такими же движениями накидываю мелкое там, где, конечно, пересекаясь, естественно, пересекаясь с коричневым. Опять, где-то прям тонировочка вот так можно затонировать, а где-то уже ежистость такая, да, вот такая ежистость. Вот накидала острые моменты, и теперь
горизонтальненько вправо-влево тонирую. Горизонтальненько вправо-влево тонирую. Вправо-влево, потому что это будет дорога. Очень слегка тонирую. Вправо-влево уже поля, да, где нету такой растительности богатой, мы не видим этих кустов. Просто тонирую. Вправо-влево тонирую. То же самое, вот этот бережочек, вот он, тонирую горизонтально. Вот я его тонирую. Так, у меня здесь контур лишний. Ну, в смысле, от карандаша я убираю, чтобы не мешало. Тонирую, то есть я тонирую бережок, чтобы бережок был такой желтенький, равномерненький. Так, дорожку подчищу чуть-чуть, потому что здесь будет тоже трава. Вот тут трава чуть-чуть вылезла. Вот так вот. Я карандаш подтираю, потому что не хочу, чтобы его было видно. Полоски делаю, посмотрите, полоски, как будто трава легла вот так, пум, легла. Вот такими полосками имитирую, полосками, трава легла. Тут трава стоит у нас. Ну, смотрите, уже красиво, богато выглядит. И просто желтенький, да, совсем желтенький, для того, чтобы передать свет, да. Опять то же самое. Вертикальные, острые, где травка у нас стоит. Где травка стоит, вертикальные, острые. Горизонтальные вот тут у нас. Поля яркие, горизонтальные здесь. Сильно не нажимайте, оставьте место, потому что мы будем потом, ну, обязательно делать цветы. Оранжевый вот здесь, где край берега, я добавляю вот этот краешек. Мелкий-мелкий, потому что это далеко, трава далеко, да, и я мелкий-мелкий краешек добавляю, такой остренький, краешек травы, да. Даже можно так, пук-пук-пук, так, чук-чук-чук-чук-чук. Потому что край травы там, я хочу, чтобы край травы было видно. Можно даже так постукать вот так вот, чтобы сделать оранжевым цветом имитацию, что вот там травка. Чем больше вот таких будут красивых, необычных штришочков, линий, тем интереснее это будет рассматривать. Немножко коричневых линий добавлю здесь в травку. Хочу травку накидать коричневым, поэтому накидываю. Примерно как-то так, я пока остановлю, сейчас секундочку, смотрю, секундочку, Лизонька, секундочку. Так, здесь хорошо, да, Лиз, посмотри, вот здесь ты рисуешь травинки, да, они у тебя, пусть они дотронутся до куста, то есть угол у тебя, знаешь, ты нарисовала, а потом угол белый, да, дорисуй вот оранжевый травинки, да, вот здесь вот, чтобы угол не был пустой, то есть у тебя каждый элемент как бы по отдельности, а ведь он один с другим может соприкасаться, такое возможно, да. То же самое здесь, Лиз, посмотри, вот здесь ты контур нарисовала коричневым, добавь таких же точек оранжевых, чтобы более был мягкий переход от коричневого в светлый, окей? Да, Натан, хорошо, да, Натан, вот тут полосочки добавь, как будто сюда травка легла, а коричневых, оранжевых сюда, да, более плавный переход. Вот смотри, я сейчас добавляю здесь такие полоски, как будто трава легла, а тут уже коротенькие вот такие вот, смотри, я даже
накидываю, даже не обращая внимания. Ну, как-то там накидывается, вот так сверху вниз как бы тыкаю. Катя, все очень хорошо. Катя, ты видишь, какой плотности куст? Твоя задача приблизиться в этой же плотности и к траве, да? Ну, близко, да? Близко. То есть не такой прозрачный. Я вижу, что ты очень любишь пастельные тона. Ну, нам нужно вытянуть, да, тон, чтобы он был темнее. Окей, мы сейчас... Так, я... С 11 до 12, да. То есть мы сейчас закончили. Мы не дорисовали, поэтому у меня вопрос. То есть нам, в принципе, тут совсем чуть-чуть. Дом раскрасить там не проблема. То есть нужно просто кусты будут раскрасить. Вы хотите дома самостоятельно закончить или на следующем уроке взять 10-15 минут с урока и вот эту закончить работу? Do you want to finish it yourself at home or do you want to take 10-15 minutes from the next lesson and finish on the next lesson? On the next lesson, yes? Okay, then we are stopping here. For the next lesson, you're taking everything the same and acrylic colors, because we will take 15 minutes to finish this. It's a little bit, yes, just the same idea for green. This is will be green. So for the next lesson, you are taking acrylic colors and this work. 15 minutes we have finished this and start new work in acrylic, okay? Mm-hmm. Лиз, тебе нужно будет, если у тебя получится, приходи на следующий урок. Если нет, то по видео сможешь, окей? Угу. Так, окей, я нажимаю стоп.